снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречают города. Нас очень любят дамы, их ревнуют господа. Чтоб я покинул клуб один? Да никогда. Рэперы или рокеры в Москве или Благовещенске? Бороду сегодня носят почти все. Настолько популярным волосатое мужское лицо еще не было. Это мода не на бороду, на мужественность. Растительность на лице, яркая реклама кипящему в организме тестостерону. Это не мы придумали, это все природа. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Смотрят как-то по-особенному. Как по-особенному? Не знаю, как-то по-другому, не так, как обычно. Возможно, как-то смотрят, что много вас таких, а возможно, смотрят, что и как-то индивидуальность придает. И пусть до конца мужчины так и не разобрались, как работает бородатый тренд, увязают в нем все глубже. Парикмахерские свои открывают, в очереди к цирюльникам выстраиваются, приставляют к горлу опасную бритву, мажут бедную бороду маслами, пудрят ее чем придется и упорно все отрицают. Мол, на бороду и моды никакой нет, волосы на лице – это просто удобно. Я не люблю бриться, вот эти все раздражения, и поэтому как бы да, у меня всегда была борода. Это удобно. На самом деле, когда это грамотно оформлено, когда это красиво подстрижено, это, конечно же, еще придает определенный лоск. В самый эпицентр туннельного тренда попал Николай. В студенчестве проколол уши и ну их растягивать. В 2007-м это была большая редкость. Сейчас – данность. Но стильно выглядеть звуковику на вечеринках все же помогает. Другой вопрос, что нравится обычно далеко не всем. Когда вот подхожу, допустим, к какому-нибудь человеку, когда он меня первый раз видит, я сразу вижу, как его глаза пробегаются по моим ушам, ну, как бы так, невзначай. Наверное, вначале думают, блин, что за фигня, что это такое, присматриваются, боже, там дырка, зачем он это сделал, особенно у взрослых, конечно же. Кому туннель чуть карьеру не испортил, так это Тарасу. Не то, что в магазине техники, еще в институте. Так и сказали будущему учителю. С такой штукой в ухе ты практику не пройдешь. Пришлось избавляться. Ухо, слава богу, само заросло. А то бывает у некоторых. Тарас не сдавался. После практики ухо снова растянул. Вышел на работу и сдался. В данной должности сейчас, я думаю, ну, воспринимали бы не совсем серьезно, если бы был все-таки с туннелем в ухе в 6 миллиметров, ну, как-то несерьезно бы смотрелся. Поэтому, ну, в любом случае, если бы даже до этих времен я его донес, я бы его, наверное, все-таки снял. Кому мода не то, что работать, жить помогает, так это Юлии. Легкое увлечение трендами переросло в свой магазин. Способность получать удовольствие от собственного внешнего вида в умение создавать настроение другим. Не, ну полюбите себя. Это самое главное. Нужно любить себя, быть красивой в первую очередь для себя. И не нужно оставаться в стороне от каких-то модных трендов и так далее. Все-таки мы живем сегодня и сейчас, и сегодня и сейчас мы должны быть красивыми.